Полина Волчек. Мне нравится ощущение, когда ты выходишь, все, отдаешь, и у тебя вот так по спине бегут мурашки. Вот это вот то, ради чего стоит жить, творить. Чего не придумывают девчата, об них не стоят и на кухне. Классно! Я и на кухне могу стоять. Серьезно? Да. Я вам скажу однозначно так. Спасибо. Спасибо большое. Я всегда мечтала, что воздух, 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 я хочу на него забраться. Для меня это был какой-то вот, ну, нереальный, то есть предел мечтаний, до которого не достучаться практически. Подтянуться там, для меня это было драма. Я не могла ни разу вообще, и причем изо всех сил напрягаясь, это вот все, ну никак. То есть просто накачаться, чтобы сделать одно подтягивание, это были свернуты практически горы. Очень долго. До 10 часов занятий. Ну, то есть в день получается, ну, до 10 часов. Да, это очень тяжело, тем более для девчонок. И даже если я не тренируюсь, все равно какие-то идут разговоры об этом, на движение, там, мысли, размышления. Я фанатка, если честно. Я просто, я очень фанатичный человек. Я даже себя иногда боюсь. Это тот момент, когда мне дали еще один шанс вступить еще выше, еще дальше. Я хочу сделать всех просто так, чтобы был фонтан эмоций у людей, чтобы им понравилось просто. Незнане лякає і вабить одночасно. Та опиратися йому не може ніхто. Фантастична гостя з уявного світу – Поліна Волчек.
Поліно, я навіть оговтатися не можу. Я вже думала, що нас не здивуєш цими екстремальними польотами. Але тобі це вдалося. Ти взагалі як почуваєш себе? Ох, хорошо. Це ми. Слава Богу, ми теж краще. Влади, ти так чекав? Ти задоволений? Да не то слово, Оксана, о чем ты говоришь? Я просто думаю, что была бы у меня прическа хоть немножко другая, я бы посидел, наверное, вот на этом моменте. Стучит сердце просто до сих пор. Но это правильно, да? Номер должен вызывать эмоции, выброс адреналина, ну, в разумных количествах, потому что я реально боялся. Я думаю, ну все, приехали, сейчас нажали три кнопки, следующий вышел, переволновался и... Классно, обалденно. Не просто, это не просто трюки, это не просто номер, не просто выдержанный характер. Ты просто там жила. Жила этой идеей, жила этой музыкой, и поэтому все получилось абсолютно цельно, закончено. И я уверен, что зрители это оценят. Я очень хотела это прожить, я рада, что у меня получилось. Получилось, спасибо. Точно. Дякую. Игорю, я бачила, ты намагався сховатися під стіл. Ну, я лякався, скажу тобі чесно, разючий контраст з попереднім учасником. Я не знаю, чи може бути більш довершеним номер повітряної гімнастики в нашому шоу. Ти мене вразила. Висота, амплітуда, швидкість, абсолютно музично класно, класне оформлення. Ти ризикова дівчина, і ще не тому, що ти високо залазила, а тому, що ти в півфіналі показала інший жанр, ніж ти нам показувала на кастингу. Цього ще ніхто не робив до тебе. Я розумію, що це також акробатика, але все-таки полотна і от те кільце, вони трошки відрізняються за технікою. Молодець, поки що, ну, супер, найкращий виступ сьогодні. Дякуємо, Ігорю, слава! Восхитительное мастерство, просто пластика, талант, завораживающее зрелище. Очень приятно было наблюдать за нашей участницей. Полин, ну, мои комплименты, и действительно потрясающе. Такое ощущение, что, ну, во-первых, в этот раз ты порадовала нас лентами, в прошлый раз это был каркас маковый какой-то. В общем, я так понимаю, что твои способности и возможности какие-то безграничные, просто как космос. И это здорово, что мы для себя тебя открыли, нашему зрителю. Что говорить, талантливый человек, талантлив во всем, мы в этом можем убедиться. Спасибо. А який яма счастливый. Поліно, півсправи зроблено, але це тільки півсправи. Тепер слово за глядачами, і саме від них залежатиме, які новини чекають на Поліно. Я вірю, що вони будуть на боці дівчини. Якщо у вас завмирало серце, то коли ця відчайдушна дівчина злітала під самісіньку стелю, якщо ви хочете побачити, на що вона ще може відважитися, після виступу останнього сьогоднішнього півфіналіста телефонуйте 0900-102-004 та надсилайте смс кодом 04 на короткий номер 3399. Чим більше буде ваших голосів, тим більше шансів залишитися у нашому шоу матиме Поліна. Поліна, набирайся терпіння, воно тобі знадобиться. Дякую. Це була Поліна Волчек.